Камчатские судомоделисты готовятся к всероссийским соревнованиям. Они состоятся с 21 по 29 июня в Благовещенске. Там юные кораблестроители представят свои радиоуправляемые яхты и скоростные модели. Им предстоит борьба как в индивидуальном, так и в командном зачете. Напомним, что камчатские школьники регулярно принимают участие в выездных соревнованиях, достойно представляя там полуостров и занимая призовые места. Так, в прошлом году на аналогичных соревнованиях они вошли в число призеров младшей возрастной группы. Заняв почетное третье место в общем зачете, а трое участников добились высоких результатов в личном первенстве. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.